Красочное театрализованное шоу с участием более чем 2500 артистов в Киргизии стартовали вторые всемирные игры кочевников. Церемония открытия состоялась на побережье одного из самых живописных озер Иссык-Куля. В течение 5 дней атлеты из 53 стран будут бороться за награды в различных этнических спортивных дисциплинах – скачках, борьбе, соколиной охоте. Российская делегация – самая представительная на турнире. Помимо основной сборной, еще несколько регионов выступят отдельными командами. Как говорят организаторы, следить за ходом состязаний будут более полумиллиарда жителей планеты.